Встречать утро на позитиве – это здорово. Здесь все на равных, без регалий, статуса, юные, молодые, зрелые в одном строю. 82-й день рождения встречает на стадионе Анатолий Березин, музыкант, любитель бега. Поздравляем! Поздравляем! Готовьтесь к марафону. Я бегаю, несмотря на свой возраст, по секрету скажу, сегодня 82, бегаю пятый десяток. В этот раз в забеге на дистанцию 5 километров стартуют более 100 человек. Компании, друзей, трудовые коллективы поддерживают спортивный проект. Открыть субботний день хорошим настроением, хорошим физическим зарядом и эмоциональным тоже. Это очень дорогого стоит. Каждый ставит себе цель и соревнуется сам с собой. Поднимают настроение музыка, азарт бегущих и волонтеры. Атмосфера очень захватывает, и это здорово, что у нас в Тобольске такое движение. Инсана компарасана, в здоровом теле здоровый дух. Поддержали спортивный проект любители бега из разных городов страны. Оказавшись в этот день в Тобольске, бежали жители Ишима, Перми, Екатеринбурга. Мы в гостях у бабушки, на лето приехали, и у нас в Екатеринбурге друзья участвовали всегда в 5 верст. И сказали, что сейчас, оказывается, в Тобольске тоже проходит, и нас посоветовали прийти сюда. Все 4 круга пробежали. Сынок вот 36 место, я 50-й, 51-й дочь. В общем, нам нравилось, понравилось, мы будем еще участвовать. Энергия, огонь. Проект 5 верст – это физкультура без границ. Можно бежать, идти, ехать на велосипеде. Каждый соревнуется сам с собой и ставит свои личные рекорды. Очень много людей, очень много знакомых лиц. Знакомимся, общаемся, получаем огромное удовольствие. Приходите, суббота в 9 часов, стадион Тобол. Присоединиться к проекту может каждый. Ольга Куричка, Михаил Куричка. Тобольское время.